30 марта начнется прием заявлений от родителей, желающих отправить своих детей в оздоровительные лагеря республики. В этом году заявки будут приниматься только в школах. Ни в МФЦ, ни в управлении образования родителям ходить не нужно. На всех школах города откроются кабинеты. Будут работать специально обученные операторы. Они помогут правильно оформить заявление. На каждые 100 учеников приходится один оператор. К примеру, в 59-й школе столицы на 1500 учеников 14 операторов. Их готовность к приему заявлений проверила наша съемочная группа. Для оформления заявления родители должны предоставить свой паспорт, оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и копию страхового медицинского полиса. Все данные ребенка вводятся в республиканскую автоматизированную систему. На основании этих документов оператор заполняет по программе данные о родителях и детях, и уже по программе можно выбрать лагерь, в какой лагерь хотят родители отправить ребенка. И программа сама уже выдает, если свободно место, то печатается квитанции, путевка, уведомление для родителей. Если же нету места, то по программе можно также в резерв записать ребенка или поменять лагерь по желанию родителей. Тут же родителям выдается уведомление о регистрации заявления и квитанция на оплату стоимости путевки. В этом году путевку в детский лагерь можно приобрести за 10 680 рублей. Но родители оплачивают лишь ее небольшую часть. Чуть более 2000 рублей заплатят те родители, чей доход не превышает 150% величины прожиточного минимума. 3204 рубля отдадут за отдых своих детей тем, чей доход превышает 150% величины прожиточного минимума. Оператор сообщит также дату и время получения путевки. Путевки также будут выдаваться по месту обучения ребенка, то есть там, где родитель подал свое заявление. Мы планируем начать выдачу путевок с 10 мая по 31 мая. В течение летнего периода бывают отказные путевки в силу жизненных обстоятельств. Родители планируют свой отпуск или по медицинским показаниям ребенок не может быть направлен в оздоровительное учреждение, то данные путевки будут предоставляться другим родителям в порядке очередности. Подать заявление можно будет с 30 марта в любой будний день, кроме воскресенья. В рабочие дни с 9 до 19, в субботу с 9 до 14 часов. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.